Народ, привет! Недавно Samsung представили загадочный смартфон Galaxy Quantum 2 для южнокорейского рынка. Главной особенностью этого смартфона является квантовый чип генератора случайных чисел, то есть данная модель ориентирована на безопасность. Однако, помимо этого, у смартфона есть некоторые интересные характеристики, в том числе AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и флагманский процессор 2-летней давности Snapdragon 855+. Посему перед многими встал вопрос: а будет ли этот смартфон представлен на других рынках, кроме южнокорейского? Что ж, похоже, что так. Хотя официально об этом еще не было анонсировано, его существование было подтверждено. Название Galaxy A82 5G было упомянуто компанией Samsung на своей же веб-странице отслеживания обновлений программного обеспечения. Еще до запуска телефона южнокорейская фирма включила его в свой ежеквартальный график обновления программного обеспечения, а это означает, что Samsung вскоре может выпустить Galaxy A82 5G за пределы своего домашнего рынка. Дизайн и характеристики телефона могут быть очень похожи на Galaxy Quantum 2, разумеется. И судя по своему собрату, A82 5G будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity O с разрешением QHD+, и поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешении Full HD+. Он также оснащен встроенным в дисплей ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и стереодинамиками. Телефон будет запускаться с Android 11 из коробки, и ожидается, что он будет оснащен процессором Snapdragon 855+, 6 гигабайтами оперативной памяти, 128 встроенной памяти и слотом для карт microSD. Такой вполне себе флагман на самом деле даже по сегодняшним меркам. Спереди Galaxy A82 5G может иметь 10-мегапиксельную селфи-камеру, а его задняя камера может иметь 3 датчика: широкоугольный 64-мегапиксельный с оптической стабилизацией изображения, сверхширокий на 12 мегапикселей, макросъемку на 5 мегапикселей. Все как у A52. Ожидается, что телефон будет поддерживать запись видео 4K 30 кадров в секунду с помощью задней камеры.